По инициативе губернатора Алексея Островского в регионе проводится ежегодный областной интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты». Мероприятие призвано показать, что семья в первую очередь счастье и радость, о которых можно рассказать и окружающим. Участие в конкурсе приняли десногорцы. Мы можем показать и жителям Десногорска, и жителям Смоленской области, которые все это, насколько дружно, насколько по-семейному, по-теплому живут у нас семьи. Авторам и их семьям предлагалось выразить себя в одной из 5 номинаций. Но независимо от выбора, главная идея фотокарточки – трепетное отношение к своим близким и любимым людям. Десногорцы представили фотоработы по всем 5 темам. 28 декабря такая инициатива была поощрена главой города. Участники конкурса получили памятные подарки и дипломы. Очень приятно, что у нас в городе очень много талантливых и взрослых, и детей. Очень много активных граждан, кто принимает участие в этих конкурсах. Всего же на конкурс было представлено почти 200 фоторабот из 25 муниципальных образований области.